Рыбное суфле. Его можно употреблять хоть холодным, хоть горячим, оно всегда вкусное. Можно использовать как нарезку на бутерброд. А можно поставить на праздничный стол. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Для него мне понадобится любая рыбная консерва. У меня вот здесь голавль. Собственно, пойманный и приготовленный. Также можно использовать любую отварную рыбу, предварительно удалив из нее кости. 5 куриных яиц, 2 столовых ложки манной крупы, 1 средняя луковица, порезанная небольшими кусочками, и обжаренная на растительном масле. Ну и, конечно, соль и перец по вкусу. Открываю консервы и сливаю все жидкое. Куски рыбы перегружаю в чашку. И слегка переминаю. Ну, скорее даже просто разделяю на волокна. Можно хребты удалить. Вот так вот будет достаточно. Это все, конечно, можно смешать и вручную. Но куда приятнее, когда за тебя это будет делать планетарный миксер. Он у меня есть, поэтому использую его. Сначала размешиваем венчиком яйца. Просто слегка. Достаточно первой скорости. Затем в емкость отправляю всю рыбу. Обжаренный лук, щепотку соли, может быть, 2, черного свежемолотого перца, ну и 2 столовых ложки с горкой манной крупы. Если это делать вручную, крупу добавлять постепенно. И все опять хорошенько перемешиваем. Форму хорошенько смазываю растительным маслом. Если не уверены в антипригарном покрытии вашей формы, застелите ее пергаментом. Ну и перегружаю в форму получившуюся массу. Распределяю равномерно по всей форме. Форму отправляю в духовку, или, как в моем случае, в мультипечь. Верхний и нижний нагрев. Ну, минут 20-30, в зависимости от духовки. Я поставлю 30 при 180 градусах. Готовность проверяется так же, как на хлебобулочных изделиях, с помощью деревянной шпажки. Воткнули в середину ненадолго, вытащили. Если ничего там липкого, сырого на ней не осталось, значит, готово. Суфле готово. Оно еще горячее. Хорошо нарезается на такие вот красивые воздушные кусочки, из которых очень хочется сделать бутерброд и, конечно, съесть. Что я сейчас с удовольствием и сделаю. Я люблю такие суфле. Часто готовлю консервы из пойманной рыбы. Ну и поэтому они немного приелись. И есть выход. Суфле. Еще мы готовим салаты, пироги с рыбой. Но суфле мне больше всех нравится. Ну а те, кто еще не подписан на мой канал на Ютубе, на Яндекс.Дзене, обязательно подписывайтесь, будет много всего интересного. Всем приятного аппетита. Пока. Люблю вот этот вот край.
Он такой более поджаристый получается. Вкуснотища.